Переименовать нельзя переименовывать. В Одессе не могут определиться с названиями улиц. Местные депутаты коммунизировали декоммунизацию, то есть вернули прежние названия. На это уже отреагировали в СБУ и потребовали от мэра Труханова отменить решение горсовета. А среди одесситов развернулась жесточайшая дискуссия, мягко говоря. Кто с чем не согласен, давайте узнаем. Одессу еще год назад декоммунизировал тогдашний губернатор Михаил Саакашвили. По его распоряжению поменяли название более полусотни улиц. И вот вчера на сессии горсовета с подачи депутата Олега Брындака принимается решение части улиц вернуть прежние наименования, остальным дать новые. Дескать, в документе Саакашвили слишком много оплошностей, поэтому составили свой список. Данным решением не возвращено ни одно название, которая подпадает под закон о декоммунизации. В СМИ и соцсетях тут же разразился скандал, мол, это прокоммунистический демарш, да еще и в канун годовщины трагических событий 2 мая. Я хочу нагадати одеському міському голові, що пропаганда комуністичного тоталітарного режиму, а саме так буде потрактовано повернення старих комуністичних назв, це в Україні на сьогодні кримінальний злочин, який передбачає, очевидно, ув'язнення за його вчинення. После этого на решение Одесского горсовета отреагировали в областной прокуратуре, открыли уголовное производство. В действиях депутатов усматривают признаки преступления по статье «Распространение коммунистической символики и соответствующей пропаганды». Указане кримінальне провадження розпочати сьогодні. Про підозру наразі ще нікому не повідомлено. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Такая реакция правоохранителей возмутила народного депутата Николая Скорика. Решение прокуратуры он называет антидемократическим и напоминает, оппозиционный блок и в судебных инстанциях, и в Одесском облсовете всегда последовательно выступал против такой декоммунизации. А что касается позиции мэра Одессы, то он должен определиться, с кем он, либо с антинародной властью, которая фактически держится в Одессе исключительно на его действиях, либо он с одесситами, со своими гражданами, со своими избирателями. А вот губернатор Одесской области Максим Степанов решение одесских депутатов назвал провокацией. Интересно, что за время пребывания Степанова в должности губернатора это первый раз, когда он публично обрушивается с критикой на Геннадия Труханова. Отменить решение горсовета от одесского мэра сегодня потребовал и руководитель областного управления СБУ Сергей Батраков. Андрей Кравец, Вячеслав Никифоров, подробности телеканал «Интер».